первый раз в своей жизни попала в ситуацию очень острого вызова. Говорить я буду о личной стратегии, потому что меня сейчас эта тема очень беспокоит и очень волнует. И, как я поняла, она очень нужна другим людям. Что? Какой-то навигатор рулит вообще моей жизнью? У всех есть навигатор, да? А затем, чтобы знать, кто я через 5 лет, через 10, через 20 и дальше. А сделали ли вы это для себя? Вы всегда даете ответ на вопрос, кто вы в карьере. А я сейчас спрашиваю вас, кто вы? Вот эти все социальные роли, они же с вами. Это же все вы. Миссия на самом деле – это одно предложение, очень простое, из двух, из трех слов, может быть, из одного слова, вот, которое описывает вас в контексте вопроса «Зачем вы?».